Снимаем на видео. Сегодня вот такой солнечный денек. Мы отдыхаем, нашли себе такое местечко спрятаться. Довольно-таки прикольно тут. Мама, передавай привет публике. Привет. Пивасик. Всем большой-большой привет. Вася, пьем пивасик. Всем большой привет. Отличный денек сегодня. На усах пена от пива. Кёнинг пилснер. Что сказать? Ради этого стоит жить, Васька. Саша тоже, думаю, если уже приедет, такой, господи. Все будет отлично, все будет чин-чинарем. Я вчера напилась кофе на всю мою оставшуюся жизнь сегодня. Хорошего итальянского кофе напилась, да? 4 стакана чистого кофе. А потом говорила Ваня, ахтунг, мне плохо. Да? Мне поднялось, видно, давление. Хотела где-то сховаться, пошла в одну комнату, пошла во вторую. Купаются люди. Ага. Вода холодная там. Без хорошего пивасика нет по жизни классика. Я не знаю, кто-то едет в Лондон. Кто-то едет в Канаду, кто-то едет в Америку. Я себе говорю, Ваня, мой дед, Васька, может себе Италия, позволить все, что хочешь, мой дед. Он сказал, что Америка. Италия, the best. Ему Америка вообще не нравилась, моему деду. Он был там, все. Он объездил весь мир. Ну вот остановился здесь. И когда ему сын говорит, мам, папа, поехали в Бразилию, там землю купил, буду. Ты езжай. Да, да, да. Все, всем привет. Сворачиваем шарманку.